Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі! З вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні у мене дуже гарний настрій, тому що, по-перше, сьогодні достатньо теплий сонячний день, а по-друге, тому що у нас сьогодні в студії Олеся Медведєва. Олеся, чудово виглядаєш. От я радий тебе бачити на цьому фоні. Да, вже ми, в принципі, і я, і всі наші телеглядачі звикли тебе бачити безпосередньо от в такому антуражі. Як проходить твій карантин? Чем занимаешься? Как справа? Да, в общем, у меня нет никаких отличий. Я работаю, как и работала, потому что, несмотря на то, что экономика страны в некоторых сферах у нас стоит на паузе, информация – это такая сфера жизни, которая постоянно обновляется, и моя задача как журналиста и блогера – постоянно делать так, чтобы, во-первых, людям было все ясно и понятно, а во-вторых, чтобы они были проинформированы обо всем том, что сейчас происходит. Поэтому вот мой второй дом, студия, я на месте, ничего не поменялось. Единственное, что я не могу сходить в спортзал, но я занимаюсь дома, и не могу сходить в любимую кафешку за любимым какао с маршмеллоу. Худее буду. Ми сподіваємось, що, да, що скоро з'явиться така можливість у нас у всіх відвідувати ті заклади, які ми хочемо відвідувати. Ну, давай перейдемо до таких дуже важливих, важливі речі, треба їх обсудити безпосередньо з тобою, тому що ти інформаційно підкована людина. От, да, от Віталій Кличко, він сильно напрягся, хочу сказати. Він напрягся, тому що, зрештою, він отримав справжнього конкурента, суперника на посаду мера Києва. Це йдеться мова про Миколая Тищенка, який всіх нас поздравляв з аварією на Чорнобильській атомній станції. Він так і казав, це праздник. От, ви, пожалуйста, всі пам'ятаєте, що праздник, от аварія на Чорнобильській атомній станції. Я собі боюся уявити і хочу запитати його, як він може якось по-інакшому, якось святкує Холокост або початок Другої світової війни. 26-го буде праздник, дуже великий, дуже важливий праздник. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа. І напомнити всім вам о том, що не забудьте поздравить. Як ти ставишся до таких свят? І до таких людей? Ну, давай сразу не будем дезинформировать людей в плане того, что это трагедия. Ну, потому что, не знаю, есть люди, которые доверяют Николаю Тищенко и прислушиваются к его мнению. Так вот, простите, если я их сейчас разочарую. Но авария на Чернобыльской атомной электростанции, которая случилась 34 года тому назад, 34 года и один день, потому что это было вчера, это ужасная трагедия, и всем нам об этом надо помнить, и никогда снова не повторить, но с такими людьми у руля возникает сомнение по этому поводу и страх. Потому что если люди что-то говорят в публичной плоскости, при этом они абсолютно не отдают себе отчет, либо у них как бы слова с мыслями немножко не вяжутся в голове, но они их тем не менее выдают, возникает очень большой вопрос касательно будущего нашего с вами и нашей страны в принципе. Ну, в первую очередь... Очень плохо я к этому отношусь, ну, однозначно, потому что надо... Как говорил Николай, если учитывать его прошлое, как бы за базаром надо следить. Ну, як ти взагалі ставишся до того, що ідея така вітає десь у повітрі, щоб він хоче безпосередньо прийняти участь в тому, щоб поборотися за посаду мера Києва? От я просто хотів би собі уявити, як би відбувалося це, ну, наприклад, дебати якісь між паном Віталієм Кличко, який би захищав свій пояс, свій титул мера, от, і Микола Тищенко. Я, до речі, от ніяк не можу забути Віталію Кличко цей міст Шулявський, по якому я мав нагоду проїхатися 3 рази і оцінити його якість, тому що, знов нагадую всім нашим телеглядачам, що коштував міст 1 мільярд гривень, тобто 1000 мільйонів гривень, і 1 метр обійшовся 6 мільйонів 500 тисяч гривень.
Здатен буде Миколай Тищенко на приблизно такі ж самі серйозні ремонтні роботи в нашому місті? Ні, я думаю, Тищенко намного способен. Київ – це взагалі, в принципі, дуже лакоме місце, особливо для людей, у яких є в друзьях застройщики і, ну, там, крупні бізнесмени, які можуть собі дозволити там різні інфраструктурні проекти і об'єкти в Києві за бюджетні гроші і мати бажання їх освоїти. Тому треба дуже пристально слідити за руками, тому що Тищенко, ну, там, той же Кличко – це люди, за которыми стоят еще другие люди дополнительно, которые будут как раз заниматься более серьезными делами, пока мы все с вами будем обсуждать, ах, какую глупость ляпнул Тищенко, или как в очередной раз готовится к земле господин Кличко. Поэтому здесь пристально надо и внимательно очень следить за тем, а с кем они дружат на самом деле, и кто за них будет решать политическую повестку города Киева, и самое главное, землю под застройку. Ну, хотілося б тоді покинути Миколая Тищенка на деякий час. Я впевнений, що він ще дасть нам декілька таких нагод про нього ще згадати. Ну, це вже в наступний раз. А от зараз прийшла черга пана Саакашвілі. Пан Саакашвілі, да, це третє пришестя Саакашвілі на Україну, да. І, чесно кажучи, він ще, ну, не отримав ту посаду, на яку його, в принципі, пропонують. Але коли він виходить на ефіри до пана Шустера, то він дуже впевнено говорить стосовно того, що він, ну, тобто, таке враження, що він вже має цю посаду. Хоча, причому не просто віце-прем'єра по реформам, а цілого прем'єр-міністра України. Ось так от він як-то розмовляє звичайно на ефірах. А звідки така впевненість? Бо навіть пан Разумков сказав, що навіть проєкту рішення ще немає. Тобто вони на голосування навіть це не ставили. Навіть з Кабінету міністрів вони ще не отримали ніяких пропозицій, щоб поставити їх на голосування. Ну, все просто. Це Саакашвілі. У нього как бы, такий темперамент. Він завжди таким був. І, в принципі, нічого нового він про себе не сказав. І те, що він озвучує по телевізору, він неоднозначно вже говорив. І це, по суті, все те ж саме. І пам'ятаємо, чим це в прошлый раз закінчиться. Закончилась, точнее. Тут какой очень важный момент, почему его все еще не назначили, потому что должны были, в принципе, за это все голосовать в пятницу, но решили перенести, потому что к Саакашвили еще присматривается внутри команды Зеленского и, в принципе, в офисе президента, потому что, во-первых, он очень сильно не нравится господину премьер-министру, и он опасается, что... Ну, как бы Саакашвили будет слишком громкой фигурой, и не будет он на фоне Шмыгаля, а это Шмыгаль будет на фоне Саакашвили, потому что Саакашвили занимает собой все свободное пространство, которое имеется, не знаю, на километр, наверное, от него. Ну, добре, це виникають питання у пана Шмыгаля, а у пана Авакова не виникають ніякі питання? Стосовно кандидатуры. Я думаю, что в принципе у Авакова-то и не сильно особо как-то возникают вопросы, потому что, ну, а какую угрозу для него составляет Саакашвили? Да, в принципе, особо никакую. Ну... Просто у Авакова есть выбор между двумя злами, не знаю, как это корректно выразить, между ставленниками Запада, которых понемножечку убирают из команды, и это уже видно и по смене премьер-министра, и некоторых министров, но Саакашвили для команды Зеленского – это человек, которого они могут показывать Западу, мол, человек, который будет заниматься реформами, ведь он ими уже давно занимался, и для Запада Саакашвили вполне себе понятный человек. Вот. А Сарасетню вот эту хотят подзачистить, и, в принципе, я думаю, что Аваков больше будет согласен на Саакашвили, чем на вот эту вот Сарасетню, которая его мочит, продолжает мочить и будет мочить, находясь у власти. Тобто, пан Саакашвили может быть такой альтернативой, да? Ну, скажем по сути, так, да. Что... А потом, в принципе, если и он всех утомит, то его тоже уберут, но... Стоит помнить опыт предыдущего президента Порошенко, что Саакашвили для него, да, вернулся не очень как бы хорошей историей. И сейчас вот к Саакашвили присматривается, насколько он будет сговорчивым, насколько он будет выполнять ту функцию, которую на него возлагают, и самое главное, не будет ли он мешать потом
і представляють якоїсь угрози. Ну, я собі уявляю, тобто це якісь такі перемовини перед тим, як прийти безпосередньо на цю посаду. І я думаю, як люба людина, яка хоче отримати роботу, вона приходить на співбесіду і розказує, яка вона чудова, як вона вміє з усіма знаходити спільну мову. Але я хотів би, розумієш, у мене такі асоціації якісь одразу в голові з'являються. От, ну, це ж третій раз. Пан Саакашвілі приходить до влади в Україні, да, робить такі лавірди нам. Ну, це приблизно те ж саме, як от є розетка, в неї пхають спочатку, ну, там, дві дирочки. Спочатку в праву дирочку впихнули проволоку медну, воно вдарило, потім в ліву дирочку знову вдарило, а зараз намагаються одразу дві проволоки засунути одночасно. Невже попереднього досвіду не було достатньо, щоб зрозуміти, хто такий безпосередньо пан Саакашвілі. Тим паче, що я так розумію, Грузія, вона не дуже буде, скажімо так, спокійно спостерігати за тим, що у нас відбувається. Да, мені, кстати, писали мої знайомі із Грузії, які в принципе, находятся близко достаточно к правительству сейчас. И писали, говорят, Лезя, у вас там что, сумасшедшие люди вообще? Что они делают? Зачем они это делают? Просто абсолютно непонятно. Я говорю, ну, понимаете ли, у нас своя, скажем так, политическая целесообразность и назначение Саакашвили с точки зрения там, офиса президента и Зеленского, это не более чем политическая целесообразность, как они думают на данный момент. Я думаю, что они прекрасно осознают, ну, как бы все эти моменты, которые были ранее. Никто от Саакашвили не ждет никаких реальных реформ, конечно же, он зато просто будет очень эффективно отвлекать внимание от всего того, что будет происходить за его спиной. По сути, должность вице-премьер-министра по реформам – это абсолютное такое вот публичное единственное, что что-то. А в принципе на этой должности человек вообще никаких полномочий не имеет. Он может только составлять какие-то планы реформ, которые потом должны будут внедрять министерство. А контролировать министерство он, по сути, тоже не имеет полномочий. Поэтому вот такой вот замкнутый круг непонятных каких-то функций. Тобто, в принципе, ми нічого такого цікавого не будемо очікувати, крім цікавих зустріч. Перформанс. Так. Супер. Ну, побачимо. Хліба не буде, але буде дуже багато зрелищ. Ну, твоє враження. Верховна Рада проголосує за Саакашвілі. От просто твоє враження, твоя думка як експерта. Все будет зависеть от того, какое решение примет Зеленский и близкие к нему люди. Я думаю, что если все-таки они примут решение, что Саакашвили быть, и они посчитают это целесообразным, то, ну, как бы голоса под это все найдутся. А если посчитают, что нет, и еще на данный момент нет у них этого ответа четкого, будет или не будет, как только будет этот ответ, если нет, то не проголосуют, а если да, то проголосуют. Ну, как бы тут. Ну, добре. Вітіювати, я розумію, що ти вже готуєшся в політику йти. Да. За що ти мене так, пожалуйста, пощади? Ладно, давай перейдемо до наступної теми. От, наступна тема у нас пов'язана з тим, що, наприклад, європейські країни, вони потрохи починають виходити з карантину. Тобто, ну, перша у нас Чехія, далі у нас іде Данія, Норвегія, Австрія, Германія, навіть Італія, це у нас рахується європейські Ухань європейського розліву. От, навіть Італія планує з 4 травня, ну, послабити ці заходи карантинні. А Україна поки не збирається цього робити. З чим це пов'язано, на твою думку? У нас начебто не сама гірша ситуація з коронавірусом.
Во-первых, это связано со страхом правительства и представителей власти брать на себя какую-либо ответственность. Они прекрасно понимают, что наша медицина в пятой точке, простите за выражение. Ну, это правда, давайте называть вещи своими именами, я только за это. И для того, чтобы не нести ответственность за возможные развалы потенциальные, которые могут быть, если будет большой наплыв заболевших, они вот применяют эти меры. С другой стороны, еще они хотят показать европейским партнерам эффективность и эффективную политику в плане борьбы с коронавирусом. Вот, смотрите, какая мы цивилизованная европейская страна. У нас, несмотря на то, что такая не очень хорошая медицина, у нас получается держаться на достаточно приличном уровне по заболеванию коронавирусом. Хотя тоже никто не может гарантировать достоверность результатов статистики, которую нам показывают, потому что я все чаще и чаще, вот лично на своем примере, там встречаю кучу историй от реальных людей, которые болели коронавирусом и болеют некоторые из них до сих пор, но ни один ПЦР-тест, вот этот, который не экспресс-тест, а который более качественный, глубокий, там и несколько дней надо на это тестирование, не показывает достоверных результатов, а люди узнают о том, что у них двухсторонняя там, пневмония, узнают об этом из результатов КТ, когда уже все в очень плохом состоянии, и им, конечно, туда уже прям в исследовательские и в эти центры лаборатории вызывают скорые и начинают их везти на скорых и срочно госпитализировать, и даже в больницах до сих пор никто не понимает, что с этим всем делать. Поэтому хорошо это или плохо, такие карантинные меры, для нашей экономики, конечно, плохо. И мы видим, что люди и бизнес постепенно начинают реагировать. Уже очень много митингов всяких. В Херсонской области проводят митинги. Рестораторы в Киеве собираются проводить. Они требуют открытия летних террас, площадок для того, чтобы хоть как-то люди работали, потому что, ну, невозможно так долго сидеть в изоляции и, ну, как бы не зарабатывать денег. Потому что есть нормальные арендодатели, которые, ну, грубо говоря, понимают ситуацию и готовы там снимать какую-то часть платы за аренду, а большинство на самом деле не готовы, а люди не могут платить эту аренду, и их бизнес валится, и им надо что-то с этим делать, а государству нашему тоже придется с этим что-то делать. Ну, якщо так пошукати якісь позитивні речі, це те, що я із останнього почув. Один із представників нашого Міністерства охорони здоров'я заявив, що реформа Супрун, там у неї є друга стадія, до якої ми, в принципі, підійшли. Ми зараз дивимося наслідки від першої стадії. А от що стосовно другої, її може і не бути. Нам так сказали. Ну, прости, я тебе переб'ю, звісно, но второй етап медреформи почався з 1 апреля. Это второй этап, как раз, когда некоторые медицинские учреждения, те, которые не могут выйти на самоокупаемость, они, во-первых, теряют финансирование, а во-вторых, там массово начинают увольняться люди просто потому, что им нечем заплатить заработную плату. И вот об этой части медреформы и идет речь, которую хотят отменять. Но она уже идет, к сожалению. Да, ну цікаво, цікаво, в принципі, що будуть робити наше керівництво. В принципі, це дуже дивно таке проводити під час карантину. Тобто ми закриваємо різноманітні ринки, ми закриваємо заклади, торгівельні центри, і в той самий час ми даємо можливість працювати ломбардам і зменшуємо кількість лікарів. Ну, я сподіваюся, що разом возобладає. От. І хотів би тебе запитати, у тебе вийшов дуже цікавий випуск, ясно, понятно, він пов'язаний з імунним паспортом. Ти могла б трошки розказати, що це таке? Над імунним паспортом думають уже багато країн і пытаются это даже вводить. Первые это начали делать в Китае, там проводят специальный тест на наличие определенных антител
у тех людей, которые уже переболели коронавирусом, кто-то переболел бессимптомно и хотят этим людям выдавать специализированные справки или так называемые паспорта иммунитета, которые будут им давать, по сути, пропуск в нормальную жизнь. Эти люди смогут свободно путешествовать в теории, смогут там работать в сферах, связанных с соприкосновением с другими людьми. Но вот с одной стороны, вроде как, да, эти люди вне зоны риска, и хорошо, что они будут жить дальше, ну, в смысле, нормальной жизнью и пользоваться всеми благами человечества. А с другой стороны, это вот какая-то очередная сегрегация и деление людей на таких вот здоровых, грубо говоря, назовем их так, у которых есть эти антитела, и на потенциально заразных, которых все будут бояться. И без свидоми люди, и на свидоми. Да. Ну, можно и так сказать. И это еще будет один момент вот такой мировой сегрегации и кластеризации общества, выделения какого-то там сверхкласса человека, который там переболел коронавирусом, либо же имеет к нему антитела. Ну и, конечно, сторонники конспирологических версий говорят о том, что это все будет вживление чипов. И вот, я как раз до чего и хотел довести, да. Иметь власть правительства США, ну или Китая. Просто сторонники версий самых разных еще не определились, кто будет иметь мировое господство. Все-таки Соединенные Штаты или Китай. Ну, поживемо, увидим, как говорится. Да, ну, перше, ми поживемо, побачимо, що буде безпосередньо з паном Саакашвілі, а потім і до другого питання, я сподіваюся, ми всі доживемо. Дуже дякую, дякую тобі за таку цікаву розмову. Дорогі друзі, ну, а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів, і давайте подивимось, що вони нам сьогодні цікавого розкажуть. Топ-блогери України. В Украине, к сожалению, существует тенденция ставить премьер-министром более слабого политика, чем президент. Это делается для того, чтобы премьер-министр не затмил президента своим умом и профессионализмом. Ярким примером такого поведения является назначение Гончарука на пост премьер-министра Украины. Это был непонятно кто, взялся непонятно откуда, который ни хрена не делал и много говорил. Смог бы он спасти страну? Нет, конечно. Жаль, лише 20 хвилин. За цей час, очевидно, не можна охопити все те, що ми з вами змогли зробити за останні 5 місяців. У мене просто нет слов. Їх то спеціально обучають, як убеждать голодних і голих в тому, що вони ситі і одеті. Прям стільки зробив Гончарук, що за 20 хвилин навіть не перечислить зробленого. Вторым ярким примером является следующий премьер-министр Украины, это Шмыгаль. Кстати, он очень похож на Яценюка. Сравните вот эти фотографии. Этот человек без всякого опыта и авторитета в политике. Он не имеет поддержки ни в Украине, ни за границей. Шмыгаль — это результат обычного договорняка Зеленского с олигархами. Место премьер-министра купил ему Ахметов. Может быть, даже купил его у брата Ермака, который распродает должности. Так вот, ни на какие смелые шаги Шмыгаль ни хрена не готов. Его кандидатуру мы сразу отметаем. Ну, разве что кому-то из вас он очень сильно нравится. Напишите в комментариях. Все разом мы робим нашу Украину кращую та сильнейшую. В общем, еще один спаситель пришел, который хочет сделать страну счастливой и богатой. Так может быть, Пристайка нас спасет? Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции. Должность эта никому совершенно не нужна, да и сам Пристайка ничего из себя не представляет. Если он завтра исчезнет, то о нем даже никто и не вспомнит. Так что зря он деньги наши проедает, не в коня корм, что называется. Зарплата ведь у него 234 тысячи в месяц. И вот такие суммы мы платим всем этим никчемушникам. В тот момент, когда нет денег на зарплаты учителям, врачам, на субсидии денег нет, на пенсии денег нет. Так нужны ли нам в такой момент такие захребетники? В общем, Пристайка нашу страну из тяжелой ситуации не выведет. И судя по интервью, которое он дает, в голове у него ничего нет. Можно сделать три варианта. Я вижу как минимум три варианта. Первый — попробовать договориться в рамках того несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад. Вторая тактика — тянуть бесконечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно не возненавидят нас, и мы никогда больше не сможем их вернуть. Или третий вариант — никогда больше не возвращаться к этой части Украины. Вы же понимаете, что сейчас сложилась такая ситуация, что и выбрать даже не из кого. Если мы, например, возьмем Резника, вице-премьер-министра по вопросам оккупации,
оккупированных территорий. Это тоже пустой министр, и ни на что он совершенно не влияет. Так что его можно совершенно спокойно убрать, потому что все вопросы за него решает Ермак. Так кто же еще есть в команде Зеленского, кто бы мог помочь ему в этом вопросе? Может быть, Миша Федоров, которому 29 лет? Я думаю, что он слишком молод для того, чтобы занимать такую должность. А должность у него вице-премьер-министр цифровой трансформации. Я, если честно, с трудом вообще выговариваю даже название этой должности. Может, он из-за этого сложного названия получает такую высокую зарплату в 200 тысяч в месяц? Так как он может вывести страну из кризиса? Может быть, конечно, он придумает какого-нибудь робота, который сможет побороть коррупцию? В общем, я уверен, что этот Миша точно нам ничем не поможет, особенно в период экономического коллапса и карантина. Зачем нам вообще нужны все эти пустые должности и пустые люди? Я уверен ведь, что вы и эту кандидатуру тоже не поддержите. В министерствах, конечно, есть и серьезные дяди, например, Аваков, это уже более увесистая фигура на шахматной доске. Он независимый, никому не подчиняется, ну разве что только олигархам. У него есть целых 300 тысяч человек, которые вооружены до зубов. Как он себя поведет во время кризиса, это никому не понятно. Но то, что он укрепляет сейчас свою власть, это факт. В общем, Зеленский боится Авакова как огня. Может быть, он боится, что Аваков ему стаканом в лоб залепит, как это он сделал Саакашвили. Я никогда не позволю. У меня, в отличие от вас, денег нет, но зато у меня есть совесть и репутация. Я не собираюсь, чтобы какой-то Аваков, который проворовавшийся, которого все знают, что работает до сих пор, которого все страна знают, что он лоб, которого все По моему мнению, у Авакова нет никаких шансов, потому что очень многие люди настроены против него, ведь он неоднократно был замешан в коррупции. Я лично никак не могу оправдать поступок Зеленского, когда он оставил Авакова на должности министра. Народные же депутаты даже были против этой кандидатуры, но Зеленский сказал, что это под его личную ответственность, и то на испытательный срок до Нового года. Новый год, как мы видим, прошел, Аваков хорошо укоренился на этой должности, а теперь ни о каком испытательном сроке даже речи не идет. Аваков не правительство должен сидеть. Аваков должен сидеть в тюрьме. Не вызывает это у меня никакого сомнения. Не потому, что там он на меня там плевался и там гнал. Нет. Эти видео, которые показали, когда в его офисе его заместитель с его сыном крал деньги, которые выделили волонтеры и бюджет, на армию, на вооруженные силы. Когда тот сын проигрывал больше денег, чем многие украинцы, большинство украинцев могут заработать за всю жизнь, за один поход. Многие, конечно, пишут, что Саакашвили, он большой профессионал, он мог бы стать и премьер-министром, и спас бы Украину из этого кризиса. Напишите в комментариях, считаете ли вы действительно, что Саакашвили мог бы справиться с этой трудной ситуацией. Мое личное мнение таково, что Саакашвили это верный подданный Сороса. А у Сороса, как известно, одна только задача – заработать деньги на таких нищих странах, как наша. Поэтому они активно ее дербанят сейчас. Так что ни в какого Саакашвили я не верю. Но это лично мое субъективное мнение, у вас оно может быть совершенно другим. А сейчас я хотел бы вам рассказать, кого я вижу на посту президента. На посту президента я вижу человека, который не связан ни с одним олигархом. Человека, который действительно заинтересован в будущем Украины. Это должен быть человек из народа. Этот человек должен прекрасно понимать, как живут обычные граждане Украины. Этот человек должен быть умный. Он должен четко понимать, как вывести страну из этой ситуации. А для того, чтобы вывести страну из этой ситуации, в которой мы с вами оказались, нужно сделать несколько шагов. Первое. Раз и навсегда побороть коррупцию. Ввести смертную казнь за разворовывание бюджета. И за преступления, совершенные против народа Украины. Второе. Пересмотреть все законы, которые принимались с 91 года. И если хотя бы один закон был против народа Украины, этих людей должна ждать высшая мера наказания. Следующим шагом нужно побороть весь олигархат в Украине. Для этого нужно пересмотреть результаты незаконной приватизации 91 года. Когда олигархи просто украли у нас все промышленные объекты. Их нужно забрать. И забрать все деньги, которые олигархи заработали на нас нечестным путем.
Следующим шагом также должен стать закон о Национальном банке. У нас нет Национального банка, у нас есть филиал Федеральной резервной системы, которая просто занимается обменом денег и выводом этих денег за границу. Также нам обязательно нужно провести полный аудит, какие деньги, куда тратились, с кем выводились, сколько денег в офшорах, и обязательно вернуть их обратно. Нам нужно провести перепись населения и разобраться, по какой причине объективной или субъективной население Украины с 52 миллионов сократилось до 25 миллионов человек. Почему ни один президент Украины не проводит перепись населения? Чего они так боятся? Что окажется, что у нас население уже в два раза сократилось, и за это кому-то придется ответить? А также они боятся, что придется сократить народных депутатов. Ведь для управления страной, в которой в два раза меньше населения, не нужно 450 депутатов, не нужно 1,5 миллиона чиновников. Нам нужен человек, который не будет постоянно изобретать велосипед. Нам нужен человек, который будет просто перенимать опыт других стран. Что-то взять из Китая, что-то взять из Швейцарии, что-то взять из Соединенных Штатов Америки, взять лучшее оттуда и внедрить в Украину. Тут немає табу. Леся, дуже дякую тобі за сьогоднішній ефір. Я впевнений, що не тільки мені, але й телеглядачам було дуже цікаво з тобою сьогодні поговорити. Большое спасибо, всем хорошего дня, замечательного, как там желает президент 36,6, пусть это будет температура, да? Да, головне, щоб в Цельсіях, правильно? Да. Да. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па, не хворійте. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.